Всем привет, с вами Мирас, вы на моем канале. Сегодня мы с вами мы начинаем 20-ю серию 4-го сезона сериала «Приключения деревни», мы начинаем. Это последняя серия 4-го сезона, мы начинаем, погнали. Давайте мы сейчас поспим, затем мы будем мясо. Сегодня в этой серии будет финальный этот шашлык, да. Давайте мы возьмем арбалет вот. Нам нужно это. Пошлите этот в бункер. У меня там запас стрел. Так, возьмем и все. Спасибо, что вы набрали 167 просмотров. Большое вам спасибо. И мы начинаем. Сейчас мы сходим с вами вот в одну комнату. Вот. Так, сделал все, мы взяли, пошли. Все мы сами взяли стрелы. Пельмени есть, ты сама будешь, сам будешь ставить, да? Сколько надо, да? Чё? Ты сам будешь варить, да? Ладно. Сколько надо? Ну ладно. Ты сам умеешь, молодец. Холодно светлее на улице. Ай, выходит. Сейчас там не надо открыть поставить. Потом в финале этой серии будем готовить шашлык. Посмотрите это видео до конца, потом будет шашлык, затем мы подведем итоги этого сезона. Да, до выхода 5-го сезона «Приключения деревни». 5-й сезон состоится... 5-й сезон «Приключения деревни» состоится 18 декабря 2023 года. Чего надо? Yeah.
что-то так. А что, свинник, где свинка убегает? Только белый барашек. Всё. Да что спинка убегает? Стой, дед, стой! Спинка, стой! Я что-то коров не вижу.
Всё, сделал, закончил. Ладно, рука... Паш, технику. Давайте уже начинать шашлычный день. Вот мы мясо нажарили, пошлите. Мы с вами все. Время прошло, пошло. Ладно, бой нашим шанс. Вот. Уже все готово, и мы начинаем. Сейчас мы даже подключим. Нахуй дождь. Все, пошли. Блондин придет. Все, пошли. Бани. Мы начинаем.
Все, дальше мы пожарим сами. Нам нужно потушить чем-то. Все. Мы дальше дом пожарим. Сейчас. Если вам понравилась эта серия, не забывайте подписываться на канал. Если вам понравилась эта серия, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик. С вами был Мирас. Это был конец 20 серии 4 сезона. Если вам понравилась этот сезон был лучшим. А следующий тоже будет лучшим. Если с вами был... Если вам понравилось всем, если вам понравилось, блять, если вам понравилось это серия, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик. С вами был Мирас, это был конец фасада серии 4 сезона. Если вам до следующего сезона, с вами был Мирас. Всем удачи, всем пока.